Народный артист России Евгений Миронов скрывает свою личную жизнь от общественности. Но известно, что благодаря суррогатному материнству он стал отцом несколько лет назад. 57-летний актер ни разу не был женат, однако с ним крутили романы Чулпан Хаматова, Анастасия Заворотнюк и многие другие известные актрисы. Но дело до свадьбы так и не дошло. Теперь Евгений уделяет все свое свободное время воспитанию сына Петра, а о биологической матери мальчика умалчивает. Пете уже 10, он растет талантливым и спортивным, а в последнее время часто появляется с папой в общественных местах. Наконец, Евгений Миронов перестал скрывать своего единственного наследника от общественности. Ростислав Хаид в этом году отмечает свое 53-летие. А вот завести семью, как признается сам актер, времени у него не было. Он слишком любит свободу, чтобы связывать себя узами брака. Однако по пятам героя комедии «О чем говорят мужчины» преследует слава бабника. Несмотря на это, Ростислав вот уже 10 лет состоит в отношениях с коллегой. Его гражданской супругой является актриса Ольга Рыжкова, а пару месяцев назад сожители стали молодыми родителями. У них родилась дочь Мира. Достоверно неизвестно, в браке ли появилась на свет девочка или нет, но будем надеяться, что Ростислав Хаид настоящий мужчина и возьмет всю ответственность на свои плечи. А вот у гардемарина Михаила Мамаева есть, казалось бы, все – и слава, и признание, и успех, но штамп в паспорте 58-летний актер пока поставить не успел, как и завести потомство. Кстати, продолжение культового фильма «Гардемарина» вышло в прошлом году. Смотрели? Виктору Сухорукову в этом году исполняется 73, а его фильмография насчитывает более 100 проектов. Его даже приглашали играть в «Бондиане» в Голливуд. Однако актер сделал выбор не в пользу семьи, а в пользу карьеры, посвятив свою жизнь съемкам. Будем надеяться, что у наших героев еще все впереди. А как вы считаете, дом и семья – это только необходимость для женщин?